вышла из строя деталь. Вот стоимость 2 миллиона 300 тысяч. Несколько месяцев мы вели переписку о том, чтобы нам эти средства выделили в виде субсидии. Вот. И в итоге пришлось самим изыскивать деньги внутри учреждения и оплачивать эти работы. Значит, проведены были конкурсные процедуры, деталь установили. Она, в общем-то, импортного производства, шла из-за границы, очень долго растаможка, вот это все, какие процедуры при пересечении границы. Ее установили, но это цифровая техника. Программа, современная программа, она уже не хочет работать вот с этим оборудованием. Программу усовершенствуют. И вот у нас постоянно получается, 2-3 дня он отработал, опять снимают и увозят. И увозят в Санкт-Петербург. Вот. Я знаю, что комитет по здравоохранению принял решение закупить нам еще один флюорограф для нужд нашей больницы. Потому что по количеству исследований, которые проводятся у нас, вот на самом деле и два флюорографа будут работать с полной загрузкой.